Нельзя полагаться на вещи. Взять, например, машины. Они разваливаются, или ржавеют, или гниют, или даже остаются недоделанными, или кончают свою жизнь в гараже. Или взять теннисные туфли. В них можно пробежать всего лишь столько-то миль и с такой-то быстротой, а потом земля опять тянет тебя вниз. Или трамвай. Казалось бы, он большой и всегда идет до конца, но пути где-нибудь докончаются. Нельзя полагаться на людей. Они уезжают, люди убивают других людей, как в книгах. Чужие люди умирают, знакомые тоже умирают, друзья умирают, твои родные тоже могут умереть. Значит, если трамваи и бродяги и приятели и самые лучшие друзья могут уйти на время или навсегда, или заржаветь, или развалиться, или умереть, и если людей могут убить, и если такие люди, как прабабушка, которые должны жить вечно, тоже могут умереть, если это все правда... Значит, я, Дуглас Сполдинг, когда-нибудь должен...